В зале арены Химки прошло чествование наших биатлонистов, воспитанников школы по зимним видам спорта. Недавно они стали лучшими на первенстве Московской области. Медали и дипломы вручали начальник управления физической культуры и спорта Александр Еремин и депутат Совета депутатов Валентин Герасимов. Я хочу сказать, вот Совет депутатов, администрация во внимании за спортивными школами, за клубами, за секциями выделяют, понятно, что средства необходимые для проведения учебно-тренировочных занятий на спортивную форму. Наградили как юных спортсменов, так и их тренеров. Также спортивной школе подарили сертификат на 200 000 рублей на покупку нового инвентаря.